19 юридических и физических лиц были приглашены на очередное заседание комиссии по урегулированию налоговой задолженности, арендной плате за землю в консолидированный бюджет Московской области, которое прошло в администрации муниципалитета. Члены комиссии настоятельно рекомендовали приглашенным тщательнее готовиться к заседанию, тем более что о его дате они знают всегда заранее. Любую ситуацию члены комиссии рассматривают индивидуально. Но срок, в течение которого денежные средства должны поступить в бюджет, для всех должников одинаковый – не позднее 15 числа каждого месяца. К тем же, кто заседание комиссии игнорирует, будут применены меры административного воздействия.